«Киев-2017». Третий международный конкурс классического танца прошел в Киеве. 56 юных танцоров из 10 стран боролись за звание лауреатов. Главный приз – обучение в лучших балетных школах мира. На гала-концерте конкурса «Гран-при» побывали наши корреспонденты. Репетиция гала-концерта международного балетного фестиваля. На сцене Национальной оперы Украины юные артисты шлифуют свои па. Внимательно слушают наставления почетного гостя, звезды мирового балета Владимира Малахова. Уроженец Кривого Рога сейчас работает в Берлине. Но уже не первый год помогает ученикам Киевского хореографического училища улучшить мастерство танца. Есть маленькие лебедята, которые будут лебедями в будущем. Просто нужно немножко с ними поработать, нужно, чтобы их увидели, чтобы, может быть, дали какую-то возможность немножко в других школах, может быть, пора поучиться, набрать этот опыт западный, может быть. В этом году конкурс «Гран-при» вырос в 2 раза, шутят организаторы. В 2016-м Киев принимал участников из 5 стран, теперь из 10. Конкурс растет, и очень много талантливых людей. Каждым годом все больше и больше становится, и очень много хороших участников. И я уверен, победители нашего конкурса, они станут звездами мирового балета. Больше конкурсантов, больше представителей разных техник. Филиппа представляет балетную школу Норвегии. Здесь очень здорово. Конкурс престижный. У участников высокий уровень. Она прошла в финал, лауреатом не стала, но все равно для нас это замечательный опыт. Результаты конкурса ребята узнали за день до гала-концерта. Самой счастливой чувствует себя ученица Киевского хореографического училища Александра Панченко. Вариация «Мидоры» из балета «Корсар» принесла ей гран-при. Узнала я вчера, была в полном шоке. Я репетировала каждый день вариацию, каждый день. И там, несколько часов, то есть час-два, а репетиции длились у нас полные, 4-5 часов. Натаите вот под диагональ, хорошо? Туда. И вас будут вызывать, будут получать приз. Долгожданная церемония. На сцене среди финалистов 8 лауреатов и обладательница гран-при. Большинство призовых мест завоевали ребята из Украины. И мы считаем, что балет может стать национальным достоянием Украины, потому что наши детки оказались самыми лучшими во всем мире. В фойе Национальной оперы свое мастерство демонстрирует маленькая балерина в резиновых сапожках Даша Шепелева. Девочка учится в 5-м классе Киевского хореографического училища. Я тоже очень хочу, как ребята наши. Танцует. Марианна Макада, Владислав Посудевский, UATV.